такого хорошо, что такого плохо. Это же всем понятно и известно. Вот дальше как бы твой выбор, личный выбор. Мой человек, мой герой, любил свою женщину очень сильно, она любила его. У нас было очень мало возможностей прям явить эту любовь. Поэтому мы из каждой сцены, я говорю, надо прям детали, детали. То есть как прикосновение, взгляд, полувзгляд. Ирочке Шияновой огромное, во-первых, спасибо. Она очень открытый человек. Она открыта, и соединяешься, и все. И она делает все, что нужно. И вы двигаете эту сцену, у вас все происходит. И это просто чудо, кайф. А это что? Две полоски. Да ладно. Машенька. Марусенька. Машулечка. Да, прости, все, я понял, я больше не буду, все. Он бывший военный и профессиональный стрелок. Бизнес не пошел. Все потерял, пришлось брать кредиты, в общем, определенные обязательства, ярмо на нем финансовое, из которого он пытается выпутаться. И случайно оказывается, что он работает на базе, хозяин этого всего огромной территории, его бывший командир. Зная умение главного героя, предлагает ему не заниматься ерундой, а как бы решить все проблемы разом. У меня есть для тебя одно предложение. Рейс на месяц. Фура на наличии. Доверенность и разрешение на работу получим быстро. Интересно? Конечно, интересно. Работа как воздух нужна. А что за груз? А вот это не твое дело. Мой герой, мне кажется, он для себя придумывает заблуждение. Ему кажется, что его цель, которую он держит в конце, что он освободится и станет обычным человеком, и соединится с любимой, они убегут куда-то на край света и будут жить, как Адам и Ева в раю. Ну, все ж хорошо, все налаживается. Я привезу кучу денег. Мы отдадим долг твоей маме, и она перестанет считать меня плохим зятем и недостойным отцом нашего ребеночка. Эта идея делает из него, он становится маньяком. Рубикон перейден, когда он сделал выбор, когда он согласился уничтожить, отнять жизнь. Он номинально имеет там жену, дом, но это ему нужно только для того, чтобы был фасад. То есть это его такая ширма. Там любимая-то женщина одна. У меня есть деньги. Очень много денег. Мы начнем все сначала. Только ты и я. У меня есть монолог, где я пытаюсь ей все рассказать и объяснить, что он делал все это время, пока они не были вместе. Не может наш герой, просто так, совершив одно злодеяние, выпутаться из порочного круга. Все это затягивает и меняет его жизнь, меняет его самого. Он же никогда не будет прежним, но он этого не понимает. Я в него выстрелил. Я не мог промахнуться, это рефлекс, ты же понимаешь. Если ты темную сторону выберешь и как бы и отринешь все светлое, конечно, падение неизбежно. Я убью ее, а потом убью тебя. Не вынуждай меня. Дорогие зрители, смотрите на телеканале «Домашний» нашу работу. Моя любимая мишень.